сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. На постоянной основе проводятся регулярные рейды по выявлению незаконного игорного оборудования. Также вот сегодня оперативники закрыли два нелегальных игровых клуба, расположенных на проспекте Мира и на проезде Дежнева. Изъято около 30 единиц незаконного игорного оборудования. На менеджеров составлены протоколы об административном правонарушении. Что здесь делаем? А вы у нас гражданка Республики Молдова, да? Девушка, а у вас разрешение на работу, раз стажируетесь? Я только приехала сегодня. Но тем не менее, вы же на работу вышли. Так вы работали здесь, правильно? Я здесь не работаю. А что вы здесь делаете? Убираю. А вы убираете, тут не работаете? Mm-hmm. А кто вас нанял на работу? Ну, пока еще никто. Просто пришли и начали убираться, да? Пока еще не начала убираться. Каждую неделю полиция округа проводит масштабные рейды, направленные на ликвидацию игорного бизнеса. Информация о точках, где есть игорное оборудование, стекается к сотрудникам окружного отдела по экономической безопасности ежедневно. Затем полицейские выезжают по этим адресам, чтобы убедиться лично в том, что там проводятся азартные игры. Если вы подозреваете, что в вашем доме или где-то поблизости находится игорное заведение, позвоните в дежурную часть окружного управления внутренних дел.